Привет, привет! Привет! Канал Катюха Лисакон, и сегодня буду делать подушки Лили плетёшку. Да, мы на канале в гостях у Алисы и Егора, и Алиса сегодня будет делать прическу My Little Pony Лили, да? Да, хохотушка. Что для... Хохотушка, да. Что для этого у Алисы есть? Лосёшка, заколки, зеркальце. Зеркальце, покажи, какое зеркальце у тебя есть. Вот какое зеркальце есть. Это зеркальце. О, ну-ка вот покажи. Уже, пачка уже есть, вот там же и расческа. Да, там есть расческа. Ну-ка покажи нам и зеркальце. Вот, зеркальце это расческа. Ты будешь Лили показывать, да? Я не хотел. Чтобы... Я не хочу вот это. Да. А Лили будешь зеркало показывать, и она будет смотреться, как Алиса делает прическу ей, да? Ну давай, начинай расчесывать Лили. Так, сначала вот это, а потом да, я... Да, расчесывай ее красиво волосики, красивые. Ну-ка, поверни ее, посмотрим сзади, какие у нее волосики у Лили. Вот какие. Две красивые косички, такая светло-розовая и темно-розовая, да? Как розовый цвет, кстати, по-английски будет? Pink and purple! Pink, а purple это у нас фиолетовый цвет, это у нас Лили фиолетового цвета, да? Да, у нее purple лицо ее. Да, ну давай теперь Алиса будет делать. Сначала расчешет, да? Да. Рассказывай, что ты делаешь. У меня есть два розовых. Вот эти клипсы тоже для волос. Вот это, вот это, вот это. Вот эти, ладно, заколки. Ну, все, что делаешь, давай рассказывай нам. А мы тебя будем слушать, ладно? Заколочки, лосёшка, лосёшка. Вот это зеркало. И Лилия. Ну давай, говори нам, что ты делаешь. Что ты сейчас делаешь? Расчесываешь, да, волосики? Да. Давай, Алиса сначала расчесывает волосики Лили, да? Да. Вот. У Алисы специальная такая щетка есть. Сейчас Алиса прическу Лили сделает, да? Молодец, Алиса. Сдуваем. Так, сдуваем. Ты уже все прочесала, а спереди вон, смотри, еще волосики. Ну-ка, зачеши их назад. На лоб Лили вылазят волосики. Ну-ка, назад их зачеши. Вот. Да. Вот, 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 молодец. Спереди убери. Спереди, да. Вот, спереди, спереди, на ушке висит. Вот, отсюда, назад убери. Назад, 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 к себе, к себе. К себе. Ты же там будешь заколочку делать, да? К себе возьми этот волосики. Вот, к себе. Во, молодец, умничка. Ну и все, и теперь назад к себе бери. Ну, ладно. Как оставила, так оставила. Ты хозяйка, ты у нас стилист, да? Посмотрите, как он сдувается. Да, посмотрите, как сдувается. Все, расческа прячется и закрывается, да? Да. Так. Дальше что Алиса будет делать? Теперь другой расческой Алиса будет расчесывать, да? Нет. Разделять. Разделять? Да, как ножка мне разделяет, у меня волосы. Да? Да. И я Тони Лили разрезаю волосы. Ну, давай. Теперь надо не делать заколочку. Давай заколочку. Какую ты будешь заколочку? Какого цвета ты взяла? Пинк, как пепл. Пинк, розового цвета. Так, да. Дальше. Пинк, как пепл. Пинк как пепл? Да. Ну, пепл это фиолетовый, а пинк это розовый, да? Папа, это же кочка. Пинк и пепл же. Да? Да. А, да я забыл просто. Да, как мамочка меня называет. Так. Получается? Сейчас. И тут я с няней открывала вашу сюрпризы, и у меня попадались какие-то приколы. Какие-то приколы, да? Когда сюрпризы ты с Егором открывала, попадались какие-то приколы, да? Да, с няней. Ну. У няни была смешная Маша, а у меня была смешная Маша. Смешная Маша? Да, она была... Из мультика «Маша и медведь»? Да. Мне было... Мачка мне дала Мишу и Машу. Да? Ну здорово. Так, дальше Алиса берет серебристую, да? Да, заколочку. Вот.
Ромашку, да? Да, ромашка. Дальше. Какого цвета ты берешь заколочку? Зеленый грин. Зеленый грин, молодец. Учитал. Вот, да, какая прическа получается. Вот. Классный вот, как кумичка. Ты что, спать что ли хочешь? Нет. Нет? Мы еще будем с няней делать хоть пиццу, как нянечка просила меня. Да, пиццу будете делать из Плей-До, да? Да, как нянечка у меня просила. Да, ну хорошо. Да, но мы будем тем делать... Постельничка только без доски. Без доски? Mm-mm. Ну ладно. Сейчас, так, что ты дальше делаешь? Беру черную. Черную, заколочку. Как черный по-английски? Black. Black, правильно. Как я смотрела на желтой книжке, там был у меня чертенок черный, как няня мой. Чертенок черный? Да. Чертенок-няня. Чертенок-няня? Да, на моей золотой книжке. Ну, здорово. Ну, что там? Как у нас дела движутся? Пачка, где пачка? Значок My Little Pony. Да, там значок My Little Pony. А что она, кстати, умеет делать? Говорить же умеет? Или ты ее отключила? О-о, мне нужно горшок. Ну ты скажи, пускай она потерпит, пока ты ей прическу сделаешь, а то он на горшок уже просится. Ладушки, ладушки, где вы все у бабушки? Ладушки, ладушки, новый день у бабушки. Ой, здорово, ладушки, ладушки. Вот. Я такая глупышка. Она говорит, глупышка. Ой, она глупышка, она что, у тебя и танцевать умеет, что ли? А? Да, она еще... My Little Pony, она еще говорит. Она еще так говорит, My Little Pony? Да? Да. Так, а это что-то, Алиса, бусинки даже какие-то. Нет, это клипсы-заколка. А, это клипсы-заколка. Да, ты забыл? Да, я забыл. Ой, она говорит еще. Она так говорит? Да. Давай я вам покажу. Я очень боюсь щекотки. Щекотки боится? А ты ее что, пощекотила? Нет. Нет? Давай поиграем. Ну так Алиса и так с тобой играет. Она, видишь, тебе прическу делает. Я очень боюсь щекотки. Ну, потерпи маленько. Алиса сейчас тебе быстренько сделает причесочку. Ой, и все. Бусинки. Ой, она говорит, что пока. Все пока говорит? Да. Ну, мы же еще, Алиса же еще прическу не сделала, да? Да. Ну, сейчас Алиса сделает прическу красивую и потом пока скажем, да? Да. Давай. Оп, вот красивые бусинки, да, получились у Алисы? Да, беру теперь большой, от Пинки Пай, малышки большой Микки Пай. От Пинки Пай? Да, вот так. О, какая красивая заколочка. Какого цвета заколочка? Грин. Зеленая, да? Да, с ягодками такими. С ягодками. Сколько у тебя еще осталось? Две заколочки? Да, да. Это какого цвета заколочка? Блю, как фиал. Как Пеппл Блю. Как Пеппл Блю, да? Нет, это синий Блю. Нет. Пеппл это ж фиолетовый, да, Алиса? Нет, это синий как Пеппл. А, синий как Пеппл? Ну да, они похожи немного. Да, немножко похода. Ну, давай, сейчас будем смотреть. Все? Ну давай, поворачивай нам сзади, мы будем смотреть, как Алиса сделала. Ой, смотрите, как Алиса сделала красиво. Алиса сделала какую прическу? My Little Pony Лили, да? И сейчас показывает зеркало, Лили смотрит, да? Ну что, тебе нравится, Лили? Как Алиса тебе прическу сделала, да? Нравится ей? Здорово. О, упало что-то. Вот прикол. Лили так прыгала, что у нее упало. Опа, опять. Она большая, наверное, для нее, эта заколочка, да? Вот прикол, да? Падает и падает. Может, ее не будем тогда одевать? Будем. Будем? Оп. Опа. Все, больше не упадет? Нет. Ну, здорово. Показала зеркало? Нет. Ну, что, пони понравилось? My Little Pony Лили понравилась прическа? Да, но у меня да. Такая у меня есть. Такая у тебя есть? Ну-ка, поворачивай к нам ее лицом.
Нет, по Little Pony это Лили поворачивает лицо. Она у меня падает. Падает? Ой, какая красота, да? Ой, у нее даже есть ее рог, когда она боится монстров пони. Шевелится рог, когда она боится монстров? Да. Ясно, а я и не знал, что у нее так может быть, что рог может шевелиться. Это ты здорово придумала, Алиса, да? Да, папочка. Но он сейчас не шевелится. Он сейчас не шевелится? Mm-mm. Ну ладно, но монстров же здесь нет, поэтому он и не шевелится. Да? Да. Ну что, всем нашим друзьям говорим пока-пока. Я смотрела мультик «My Little Pony», что пони бывают монстрами, когда у них есть... А мы тебя не видим, ты за пони спряталась. Алиса мультик смотрела, да, и про пони рассказывает. Ну что, нашим друзьям говорим пока-пока? Пока-пока, канал Котяху Лиши, все пока-пока. А мы тебя не видим, мы только пони видим. Покажись, пони отодвинь в сторонку, а то как будто это пони нам говорит пока-пока. Где Алиса? Давай играть, пони, пони. Да. Она бонсай упала. Ну всем говорим пока-пока, да? Пока-пока, канал Котяху Лиши. Да. Подписывайтесь она, на канал. Она говорит, что мне дай. Давай играть с моей погремушкой. Она захотела погремушку. Ну давай мы уже попрощаемся, а потом будете играть. Мы с друзьями с нашими попрощаемся, да? Ой. Сейчас Лили скажет пока. Лили скажет пока-пока? Да, и я. Ой. А он на щекотке, говорит, боится. Ну, Алиса разыгралась. Ладушки. К бабушке мы едем. Я такая дочки. Она не хочет прощаться, она хочет играть и играть. Да? Я такая глупышка. Она хочет играться, глупышка Лили. Разыгралась, да? Никак не хочет попрощаться. Подписывайтесь на канал в гостях у Алисы и Егора. Ставьте лайки и комментарии. И ставьте лайки. Покажи, какие лайки ставьте. Пальцы вверх. Пальцы вверх. И? Я вам дарю сердечко. И Алиса вас любит и дарит сердечко. Всем пока. И Лили сказала пока. Наконец-то, да? Да.